В завершении новости спорта. Дублеры главного футбольного клуба Волгоградской области стартовали в третьем по силе дивизионе страны. Поединок первого тура команда Алексея Жданова проводила в Махачкале. Подробности у Константина Родионова. Следом за старшими товарищами в чемпионате страны стартовали и дублеры ротора. Наша команда выступает в третьем по силе футбольном дивизионе страны. И первый матч проводила в Махачкале против некогда грозного коллектива «Анжи». Молодые волгоградцы сопротивлялись достойно, хоть и уступили. Хозяева поля могли открыть счет еще в дебюте, но не сумели реализовать 11-метровый штрафной удар. Первый гол влетел в ворота синеголубых на 27-й минуте. Усилием Магомеда Магомедова, пробившего по мячу в падении, да еще из-под двух наших защитников. Анжи имел заметное преимущество, которое и воплотил еще в два забитых мяча в концовке поединка. В течение двух минут Агабалаев и Шихбабаев заставили вынимать нашего голкипера мяч из сетки. И тем самым подвели окончательный итог. Крупная победа Анжи 3-0. Следующий матч команда Алексея Жданова сыграет 1 августа в Майкопе против местной дружбы. Константин Родионов, телеканал «Волгоград-1».